Ну, американцы, мало, конечно, людей отобрали для полета на Марс, 8 всего человек. Можно было бы 80 миллионов, а может быть, даже еще больше. И там бы все и поселились, и спокойно жили, были бы марсианами, а не американцами. Вот. Ну, как говорится, флаг им в руки, они выполняют завет нашего великого отца космонавтики, значит, Циолковского, который сказал, что Земля – колыбель разума, нельзя вечно жить в колыбели. Вот в этом смысле они реализуют проект русских космистов, русских философов, как послушные ученики. Мы только можем быть рады, а где-то можем их поддержать. Вообще, в принципе, если серьезно говорить, Марс всегда был таким любимым предметом, объектом изучения американцев, а Советский Союз специализировался больше по Венере. Вот поэтому нам не нужно, наверное, как бы на Марс лететь вместе с ними, да, или повторять их какой-то подвиг. А Венера, она, во-первых, поближе, и нам имеет смысл, пока они или на Марс летят, быстренько слетать на Венеру и тем самым как бы опередить их в плане такого вот пиара. С другой стороны, есть всегда какие-то научно-исследовательские цели, там, послать какие-то новые какие-то, ну, венероходы или там спутники. Всегда было бы интересно, чтобы что-то поизучать такое новое. Я думаю, что ни в коем случае нельзя сворачивать космические программы, потому что именно там у них, в них, в космических программах, как бы передний край инноваций. Именно там сосредоточен весь хай-тек основной.